Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. У нас с тобой 27 день, и я забираю 100 рун. Отлично. Так, ну что, это нам не нужно, закрываем все и быстренько переходим с тобой к паку. Бесплатному, естественно. Загадочный. Ну и что же тут выпадет нам? Ну понятно, 6 монет, точнее 9 монет Одина. А здесь что? Громель? Шторморез, кстати, я, по-моему, могу его прокачать. И парящий прихвостень. Так, а здесь, походу, нам ничего, да, не выпадет. Жаль. Слушай, давай, наверное, с тобой еще разочек глянем, а? Монетки Одина. Ну, давай, 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 быстрее. Господи, ну что ты телепункишься здесь? И просто ресурсы. Хотя, подожди, что-то здесь... Ага, размягчитель. Необычный, друзья мои. Значит, мы можем... получить за него ресурсы. Ну давай, открывайся уже. Так, отпустить, сколько мне дает? 160 тысяч всего лишь рыбы. Ладно, я соглашусь. Так, что беззубик мне принес? 150 тысяч рыбы. Да что ж ты будешь делать-то, а? Что за непруха-то такая? Забираем с тобой ресурсы, которые уже успели насобирать. Так, вперед за рыбой. Ты за древесиной. Давай-ка шпарь. Так, ты у нас пойдешь тоже за рыбкой. Древесину заберем. Шелкопряд, давай бегом за бревнами. Вы тоже не расслабляйтесь у меня здесь. Всех на работу, всех. Так, смотрим, у нас босяра. Что он нам здесь принес? Зеленая тень, так, рыбу. И тусклый янтарь. Давай вперед. Ищи дальше, блин, какой же она классная, ребята, выглядит вообще солидно. Так, ну что мы с тобой сегодня будем делать? Естественно, арену проходить, это понятное дело. Так, а что бы мне прокачать? У меня, в принципе, хватает ресурсов. На что только? На что мне хватает ресурсов? Вот объясни мне. Так, секунду. Опачки, прокачали мы с тобой рыбацкую хижину. Все, я вспомнил, что я хотел сделать, друзья мои. Я вспомнил. Я хотел поставить коттедж викингов. Да, именно его. Давай куда-нибудь вот... Да ну, хорош. Сюда, что ли? Ну ладно, пускай будет здесь у нас стоять. Да, последние наши бревна я все-таки скинул. А потом я еще смогу что-нибудь? Нет, ребят. Нужен будет уже зал совета 10 уровня. Только после этого мы можем с тобой дальше развивать нашу деревушку. Но тем не менее, у нас сколько дает вот эта хижина? 50 викингов. То есть будет 500. Окей. А вот, ребята, кстати, и тот самый парящий прихвостень. Здесь он почему-то называется древоруб. Не знаю почему. На самом деле это парящий прихвостень. Так, ну что, шторморез. Ты же, по-моему, у нас можешь прокачаться. Если я, конечно, не ошибаюсь. Так, давай-ка мы с тобой глянем. Где он? Вот он. Улучшить. Ах, вот оно что. Нам нужно прокачать его до 24 уровня. А он какого? Всего лишь 3-го. Ладно, пускай летит, обучается, короче. Беззубик, а ты где у меня? Я хочу кое-что глянуть. Кое-что хочу глянуть. Так, ё-моё. 1,5 ляма древесины нужно, чтобы получить ему 46 уровень. Даже не знаю, что и сделать. Ну, во-первых, мы с тобой пока заберем здесь награды за задания, да, наши? Так, наездники, что я тут получил? А, монеты Одина, да? Насобирал, поэтому 50 якнога. Так, нам нужно с тобой немножко рун еще получить и использовать дневную фурию для защиты Олуха. В плане, для защиты Олуха. А что, у нас фурия может... Не понял, юмора, погоди-ка секунду. Она может вот здесь, что ли, Сейчас посмотрим. Дневная фурия. Ну-ка. Что-то тут, по-моему, свистунка заправляет. Ее здесь вообще нету. Шанс на победу нулевой. А, нет, есть, друзья мои. Вот она. А я этого не знал, что можно ее... Ой, дубина столяросовая. Блин, понятно. Оказывается, вот оно что. Ладно, хорошо, давай мы с тобой... Вот так вот сделаем.
Ну что, к бою, как говорится, я готов. Дневная фурия, естественно, ребят, здесь ничего особенного не сделает. От нее толку вообще мало, она восьмого. Какого там она уровня, фиг знает. У нее всего лишь 8. Нет, атаки у нее 17. Естественно, здесь у нас в первую очередь полетит наш беззубик. Без него, ну никуда. А уже вот дальше пошла фурия. Этого выпустим. И вот так. Что-то нам нужно с тобой помочь уничтожить здесь. Бомс. Так, этот отыграл, да, свое? Бабах. Фурия тоже дневная отыграла. Понятно. Так, ну что. Блин, водорезы, ребята, они, скорее всего, сейчас уничтожат. Да. Но я думаю, что беззубик здесь справится. Правда, мы с тобой не получим все три ключа. Но, тем не менее, мы справимся с тобой с тем, что уничтожим вот этот вот флагманский корабль. Сейчас у нас с тобой уничтожат, ребята, один ключ. Еще один выстрел, как говорится, и мы его потеряем. А я тебе говорил. Так, ну что, давай, беззубик, как-то, я не знаю, ускорься, что ли. Ну, главное, что фурию все-таки мы с тобой отыграли. А нужно еще разок, да? Так же, как, в принципе, и беззубика. Два раза, если ты ставишь на защиту олуха, то ты получаешь награды. Все, победа за нами. Соответственно, мы переходим с тобой на следующий уровень защиты. Победа. Так, два ключа у нас с тобой осталось, поэтому надо их, естественно, отыграть. Посмотреть, что там будет хорошего. Хотя, на самом деле, ничего хорошего там быть не может. Точнее, ресурсы, но их так мало, ничтожно мало. Но, тем не менее, я все-таки заберу их. Так, и фурию, кстати, нам тоже нужно будет куда-то с тобой отправить. На поиски чего-либо. Я ее сколько раз уже отправлял, ничего она хорошего мне не приносит. Давай заберем награды. Так, 40 тысяч рыбы и 8 рун. Забираем. Так, здесь читать нам нечего. Так, я хочу посмотреть, фурия это что нам принесла на этот раз. Ну, видишь, 20 тысяч рыбы. Вообще, ребята, как-то ничтожно мало. Я не знаю, от чего это зависит. Может быть, надо прокачивать ей уровень. Такой тоже может быть вариант. 40. Давай, пускай идет, прокачивается пока. Она всего лишь 15 уровня у нас. Так, ну что, этих обормотов, наверное, тоже нам надо. Я не знаю, может быть, на прокачку их поставить. Как ты думаешь, Грэм Гильда заслуживает того, чтобы ее прокачать? Давай, руны, 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 руны. Отлично. 6. Годится. Обучить. Ага, все понятно, там уже забита академка полностью. Тогда пускай летит в приключения. Ну а ты что нам тут приготовишь? Ну, естественно, тусклый янтарь. Что он может еще, ребята, поставить? Так, руны дашь мне? Дай руны, пожалуйста. Отлично, 10. Соответственно, сразу мы тратим сколько-то? 6 из этого всего. Так, погоди-ка. Блин. А какого ты уровня? Я, по-моему, ребята, его прокачал. Да, прокачал. Бесплатно пускай летит. А этот 27 уровня. Пускай тоже летит тогда. Навстречу приключениям. Ну что, все вроде бы как за работой. Все идут, добывают. Беззубик у нас. Блин, я никогда, наверное, не закончу вот этот вот квест. Пойдем штормореза тогда искать. Пойдем искать его. Чего такое? Че ты задергался? Я же говорю. Блин, подожди. Почему ты не хочешь идти? Поиск. Требуется 49 уровень. И... А, так он 45-го. Ё-моё. Понятно. Он у меня 45-го, оказывается. Ну давай, иди тогда этого ищи. Так, а тут вообще, ребята, 50 уровень нужен. То есть, короче, мне нужно, ребята, прокачивать моего беззубика. Все, я тебя понял прекрасно. Значит, тогда пойдем на обычные поиски с тобой. И поиски эти будут заключаться в чем? В том, чтобы нам как можно быстрее открыть вечно крыло. Для этого нам не хватает совсем чуть-чуть всего. Так, длинный пляж, малые острова, кладбище драконов. Пускай идет на кладбище драконов. И бесплатно. Да, пускай летит.
Здесь заберем с тобой награды за то, что мы его отправили. Значит так, обучить драконов, использовать ускорение, победить драконов в схватке. Так, принять, ага, два раза. И приобрести тусклый янтарь у Эрита. У нас тут нет, о, обменчик есть, солидно. Так, где у нас тут чувачок? Обменять 200, вот они, ребят, откуда они такие расценки берут, я не понимаю. Но это слишком же круто, понимаешь, слишком. Так, здесь у нас, ой-ой-ой. Блин, эксклюзивный древоруб-дикарь. Мало того, что прихвостник, так еще есть и дикарь, оказывается. А здесь, кстати, тоже, да, вот можно получить хакату экзотического. Не так уж много ресурсов нужно, если подумать. Так же, как и здесь. Нам не хватает всего лишь двух шестеренок. И мы получили бы с тобой костолома-защитника. Ух ты. А вот это что такое? Сумки какие-то. А где такие сумочки можно получить? Бухта Черного Сердца, Остров Ночи. Вот сюда, кстати, нужно будет... А кого я могу туда отправить? Только без зубика. Угу. И эти сумочки получить. И получили бы мы с тобой дофигища рыбы. Так, что у нас тут? Нам нужно, ребята... Ну, как ты понимаешь, да? 5 драконов до 52 уровня прокачать. 5 драконов. Соответственно, для этого нам понадобится очень много древесины. Если даже мы с тобой начнем с Громелия... То есть 10 левлов нужно поднять. А что у нас тут забито? Ну-ка, подожди секунду. Бесплатно, конечно, давай быстренько его прокачаем. Новую способность он получил. 4 уровень. Нет, мы с тобой сделаем попроще. Мы отправим с тобой, наверное, вернем. Так, ну что, Громелька, иди. Тренируйся. Получай 43 уровень. И так далее, да, мы с тобой вначале громыльку прокачаем, потом прокачаем нашего водореза. Плюс у нас древоруб будет прокачиваться, ну, естественно, наш беззубик. И костяной дракон. Костолом, точнее. Да, их нужно всех прокачивать до 52 уровня. Тяжело, долго, но никуда не денешься. А мы с тобой отправляемся куда? На арену. Так, здесь забираем награды. Кстати, давай-ка кое-что глянем с тобой. Кое-что глянем. Что у нас по Якногу? 2500 практически, да? 2500. Кстати, пока мы с тобой имеем возможность, да? Наездников драконьих. Можно попробовать накопить вот на эти вот редкие дракончики. Наверное, мы с тобой так и займемся. 7 дней всего лишь осталось, да? Для получения наград. Маловато. Но постараться можно. Так, а что у нас тогда за монеты Одина есть? Ух ты. Ух ты, смотри-ка, бим. Уникальный. Это у нас, друзья мои, этот громогласный и упрямый подросток раньше любил повизжать, что есть мощи. И делал это как так отчаянно, что даже начинало выглядеть как его синемордый братец Бам. А это Бим. А это Бам, значит, да, у нас. Так, громобой идет на пролом в бою и атакует врагов сверхзвуковым взрывом. Причем он уникальный. Давай, наверное, возьмем его. Купим, ребят. Уникальный все-таки, да. И разместим его. А где разместим? Давай в ангар, наверное, его бросим. Пускай в ангаре сидит пока. Так, события. Что за события у нас с тобой? Ух ты, что-то новенькое, ребята. Ё-моё, подготовка. Авиапатруль. А вот это что такое? Так, все драконьи наездники получат потрясающие подарки. Благодарим за поддержку. А как их получить? 150 рун плюс пак. А как получить их, ребят? Может быть, по истечению 7 дней мы получим с тобой? Как только, ну, дни кончатся. И тогда уже только. Потому что сейчас не могу ничего сделать. Видишь, вот кликаю и ничего не дают мне. Ладно, у нас с тобой здесь ранний доступ. Ну, для нас, естественно, он уже открыт. Поэтому давай зайдем и посмотрим.
Слушай-ка, а неплохо. Ну что, попробуем с тобой. Не знаю, такие драконы прокатят у нас тут. Надо смотреть. Первое, что мы с тобой получим, это пак. Ну, самое главное, посмотреть, сколько здесь будет этих волн. Ну и какие противники, естественно. Так, одна из двух. Две волны, короче. Уровень ты сам видишь, 12-й. Кстати, ты заметил, что... Да? Барсик-то имеет уже 13-й, ребята, уровень. 13-й, это круто. Так, против нас зелень выступает. А против зелени очень сильны красные драконы. Вот так. А здесь что нам сделать? Да надо атаковать просто. А ну-ка. Раз, два. Мне кажется, сейчас громобой что-то сделает. Ага, ничего он не сделает. Ой-ой-ой, выпендривается. Слушай, если мы вот так с тобой... Опачки. Этого добить сможем? Нифига. Теперь добиваем. Этот будет промахиваться, а мы с тобой будем его уничтожать. Так, поехали. Укусик. Бомбим. Так, дальше. Да, пожалуй, так сделаем. Это только первая волна, еще вторая будет впереди, так что... Ха-ха-ха. Раз. Раз-два, добили. Так, вторая волна, ребята. И кто у нас тут? Я вижу змеевика злобного и громли. Начнем, наверное... А, тут уже красные драконы. Вот оно как. А если мы с тобой сделаем вот так? М? Так, змеевик сейчас... Тебя умоляю, промахнулся. Вот это ты хорошо сделал, это ты правильно. Мы поможем тебе этого змеевика ушатать. А ну-ка. Так, змеевик все-таки сейчас. Ага, а ты добивай своего друга. Молодец, умница. А он еще с усиленной атакой, как ты видишь. Прекрасно. Есть контакт. Ну что, ребят, побед за нами, отлично все. Мы с тобой зарабатываем пак. А, мы еще крутим с тобой колесо. Я и забыл про него совсем. О, давай вот этот вот. О, ну это, по-моему, обычный, да? Да, обычный загадочный пак. Давай вот этот вот. Вот это вот надо было. Не дотянул чуть-чуть, а? Ладно, забираем с тобой. Там был хороший пак, ребята, а? Вот чуть-чуть не дотянула рулеточка. Ну что, поехали дальше. Прогресс 20%. В принципе, мы можем с тобой попробовать все пройти испытания за сегодня. Так, и кто у нас тут? Я что-то не вижу. Блин, деревушка радуется, фейерверки тут. Душитель, да, и... И вот этот вот, я забыл, кто это такой. Ну-ка. Ледяное чудовище, или как его там величать? А ну-ка, всыпем. Кусь-кусь. Так, душитель, отвали. Ну-ка, добивай, добивай. Сарделька, ну ты как всегда. Ну что с тобой делать? Оно неисправимо, ребят. Ой-ой-ой, тихо, не надо барсика мне бомбить. И сейчас этот атакует, да? Ну естественно, подхалим несчастный. Давай бомбить его. Знаешь, что самое противное в этом всем? Что я не могу захиляться здесь вообще никем. Никто не может... Хотя барсик может сам себя, по-моему, хильнуть. По-моему, может он сам себя захилять. Так, кого ты бомбить собрался? Молодец. Так, и у нас последняя волна. Начнем, наверное, с глыбы все-таки. Или как? Да. Начнем с глыбы. Так, кто там будет ходить первым? Глыба. Давай, бомби своего дружка. Молодец. Поможем. Так, а этот что сейчас будет делать? Блин, барсика бомбит, а? Ты посмотри на него. Он барсика мне хочет истребить. Давай друга своего бомби. Молодец. Так, держать. Так, что он сейчас выдумает? Вот как. Это прекрасная игра. На тебе. Все, глыба наш. Мы его сейчас уничтожим. Мы его сейчас с тобой уничтожим.
Так, барсик в ответку. Кривоклык. Ай-яй-яй, что ж ты так неосторожно-то не смог добить. Все, ребят, прекрасно. Ну, а мы продолжаем. И что же нам выпадет здесь? 1,5 ляма рыбы. Слушай, ну это неплохо. На самом деле, мне бы лучше древесинки, потому что драконы у нас прокачиваются именно за древесину. Ну давай вот это вот. Твои ж налево, вот не хочет он мне давать пак новичка, хоть ты тресни. Зато 100 рун получаем. Так, ребятули, ну что, у нас с вами 300 якнога впереди. Слушай, надо бороться за это все. Поехали. 300 якнога на дороге не валяется, согласись. Тем более, если мы с тобой хотим приобрести эксклюзивных каких-то драконов, нам якног вообще самое то пригодится. Ну, а пока будем бомбить. Ой-ой-ой. Так, этого надо валить. Блин, что он там задумал? Это у нас кто? Это не кревет, это драгун? Или как там его величать? Так, тихо, тихо. Подожди, а что вы по два раза-то ходите опять? Вот, ё-моё. Слушай, надо защиту ставить, по-моему, на дракончика-то, на нашего, да? Ну-ка нафиг. Прикроем его. Что-то тут вообще разбуянились, ребята. Трындец, тут-то что у нас? У-у-у-у-у-у-у. Молодцы, правильно, бомбите. Так, надо минусануть его. Пока отражение работает, это... Ай, как великолепно, ребята. Так, у нас с тобой хватит энергии, да, еще повесить? Да. Значит, этот дракон будет жить. Ты куда тянешь на сардельку, а? Глыба. Ты давай вали вот его. Молодец, умница. Добьем. Так, ты сюда, пожалуйста, влупи. Не понял, Лимур, с какого перепуга они все переключились на сардельку? Глыба, давай иди сюда. Кривоклык ждет тебя, молодец. Ай, молодец, барсик, вот это ты умница. На-ка, выкуси-ка. Все, ребята, бомбим. Бомбим эту глыбу. Пускай он тут что хочет, то делать, ничего у него не получится. Потому что он ослеплен ненавистью. Ха. Так, еще последняя промашка для него. И мы его сейчас затопчем. И последний удар. Ну что, на изи проходим, и это очень круто. Ну-ка, крутим. Так, опять рыба, да? У меня уже просто залежи этой рыбы, если честно. Лучше бы у меня столько бревен было бы. Окей. Так, ну что, забираем с тобой 300 якнога. И переходим на следующий бой. А здесь у нас такой вот, типа мини-боссики будут, все дела. Уж не знаю, справимся или нет. Сейчас мы с тобой в этом убедимся сами. Так, блин. Ну вот зачем вот его сюда воткнули, а? И они первые ходят, ну как всегда. Ага, вот они на кого бочку начали сразу нести. Блин. Вот этот-то типок жесткий, но он весь, блин, зеленый. Давай громорога все-таки будем бомбить с тобой. Мне кажется, они сейчас начнут кривоклык бомбить все. Это повезло нам. Так, а этот? Вот куда пошел. Громорог, успокойся нафиг. Твою ж налево, блин, а? Неугомонный. Надо вальнуть его. Нормуль. Блин, ну не забывай, что это только первая волна. Так, сейчас что-то будет. Этот будет суперудар делать, поверь мне. Ну, я же тебе говорил. Что нам сделать с тобой лучше? Лучше, я даже не знаю. Давай вот так, наверное, сделаем. Потом. Ага, будет ходить этот первым. Своим фаерболом достанет просто. Так, что он сейчас ударит чем? Фаерболом?
Вот это хорошо. А этот сейчас дожарит. Слушай, нам нужно с тобой, наверное, вот так сделать. На всякий случай, друзья. Окей, дальше. Сюда. Так, он добьет его, верно? Он его добьет. Он его добьет, этого древоруба. А дальше мы будем разбираться уже с Громелем. Не понял, а почему он не врубился? Я сейчас юмора. Почему не сработал? Он же должен был добить его, но видишь, как-то не вышло. Ладно, сейчас уничтожим мы его. Он нам ничего не сделает. Абсолютно ничего. Нам бы вот хильнуться, если честно. Но не получится. Твою ж дивизию, ты посмотри. Ты посмотри, кто здесь и что здесь. Ускоряет всех ки... Так, исцеляет всех хитрых драконов. Только лишь хитрых драконов исцеляет он. Тут водорез, блин, тут... Твою налево, он же будет ходить первым. Сейчас будет ходить раз, два, все три дракона. То есть, кого-то сейчас мы потеряем. Скорее всего, это будет сарделька. Так и есть, ребят. Так, блин, и есть. Ну что? Сделаем, наверное, вот так с тобой. Посмотрим, кого он будет атаковать. Мне бы, конечно, лучше бы водореза. Вот. Блин, а я не достану сейчас. Ух, хорошо, уклонение сработало. Минус. Так, теперь будем помогать что? Вот этого, наверное, разбирать. Это сейчас нам поможет чуть-чуть. Вообще как-то ничтожно мало, да, атаковал? Вообще ничтожно мало, ребят. Твою же налево. Хорошо. У меня другого уровня нет. Понимаешь, дело в том, что они сейчас будут ходить два раза. То есть этот, потом этот. И я боюсь, мы, не дай бог, этого дракона потеряем. Это будет... Пока все хорошо, ребят. Пока все хорошо, поверь мне. Делаем с тобой вот так вот. Добиваем. Нет, мы не добиваем, а просто бомбим. Сюда. Этот сейчас уничтожает его. Должен, по идее, это сделать. Да. Дальше мы с тобой вот так. Так, у него еще ход будет, да, по-моему, держаться. Ослепление вот это вот. Замечательно. И мы с тобой должны его за это время добить. Раз. Раз, два, отлично. Все у нас получилось, ребят. Но это все-таки не последний бой. Ну что, давай-ка крутанем рулеточку, посмотрим, куда нам выпадет. 2,5 миллиона рыбы. Да куда же мне ее, ребят, девать-то теперь? Там уже 10 лямов накопилось. Давай тогда вот этот загадочный пак. Хорошо, спасибо большое. Ну что, остается у нас последний с тобой поединок. Ну что, попробуем. У нас одна энергия всего лишь. То есть, если мы с тобой сфейлимся, то уже сфейлимся, ребят. Потом будем ждать следующую серию, когда у нас откатится все. Так, как мы видим, с тобой злобные змеевики 2 и плюс шепот смерти тут. Вот с кого тут лучше начать? Наверное, с шепота смерти все-таки. Так, змеевик. Потом, блин. Сейчас этот шепот смерти чуданет, да? Суперудар свой. Нет. Не стал он делать суперудар. Зато змеевик готовится там атаковать нас. А потом уже надо будет сносить. Все, короче, шепот смерти ничего не сделает. Ходит, а этот... Блин, они... Смотри, у них ход за ходом. Слушай, кого они будут атаковать? Или мы перебьемся с тобой, а потом поставим отражение? Давай, наверное, так и сделаем. Сейчас перебьемся, потом поставим на отражение. Точнее, не отражение, а чтобы он бомбил своих же. Это делается вот так. А мы, ну, будем помогать ему. Пускай он бомбит своего же. Красиво. Так, теперь этот нормуль. Пока терпим, ребята. Будем атаковать теперь вот этого.
Видишь, какой тяжкий в плане разбора. Так, кто там ходить сейчас будет? Вот этот мелкий, да? Будет ходить мелкий. Блин, я не успею, да ничего? Ладно, тогда сюда. А, нет, крупняк. Все, 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 хорошо, ребята, все хорошо. Начинаем, раз, два. Опять же с тобой вешаем вот такую штуку. Да ёб просто, ну сарделя, ну. Не боимся ничего, друзья мои, все. Ах ты, нет, это хвостом удар. Промах. Хильнуться бы не помешало на самом деле, но поздно. Так, последняя волна, друзья. Кто тут? Душитель. Тройной удар и вот этот злобный. Твою налево, я же хотел показать. Блин, он уже в атаку побежал. Не надо трогать его. Не надо его уничтожать. Ту-ту-ту-ту. Что делать-то, ребята, что делать? Предлагаю сделать вот так вот. Кто-то будет ходить. Тройной удар первым, да? Но мы поставим с тобой на душителя. Вот так вот. Тихо, тихо. Ё-моё, блин, аж сердце замирает, когда он этот удар делает. Добьем чудовище с тобой, попытаемся сейчас. Кого он атаковать будет? Есть, отлично. Так, все равно сейчас будет тройной удар все-таки ходить. Поехали. Сейчас мы потеряем с тобой, скорее всего. Ё-парасете, ну никак не думал. Никак не думал, вот что так произойдет, ребят. Умоляю, блин. Так, бей вот этого. Нет, нет, ребята. Ой, сарделька, ты один на один с этим врагом. Да, он живучий. Он очень живучий. У нас с тобой не исчезнет? Исчезло. Сейчас что-то будет. Так, вешаем с тобой тогда вот эту штуку. Два хода, ребята. Два хода это действует. Мы не сможем его уничтожить. Нам отражение не поможет. Мы не успеем с тобой накопить его. Тем более, видишь, он что делает? Он делает специально укус. Да ты завязал уже. Так, если он, предположим, просто бомб... У нас, видишь, уже нету с тобой отражения. Все, ребят. Если успеем накопить чудом каким-то, нам повезет. Если нет, то все, крышка нам. К сожалению, ребята, к сожалению, у меня ничего не получилось. Но я старался, но не будем расстраиваться, потому что этот ивент еще будет идти у нас очень долго дней. И я надеюсь, что в следующей битве мы с тобой составим хорошую команду и все-таки их разберем. Будем знать, кто там у нас будет. Ну, а теперь, наверное, мы с тобой рванем все-таки на арену. На аренке тоже нужно подтянуться маленечко, получить два пака. Видишь, да, тут энергии нету. И вот этот пак я тоже хочу забрать. Так, ну а пока идем сюда и открываем с тобой наборы. Так, 9 монет Одина. Понятное дело. А что тут у нас внутри? Костоломчик, крылатый ужас, парящий прихвостень. Ну и куча-куча, ребят, ресурсов. Просто действительно целая куча, ребят. Так, рыбу просто некуда, ребят, нам даже деть. Так, забираем следующий с тобой пак. Считай, каждый раз мы получаем с тобой по 10 монет Одина. Это круто. Шипорез. Ёлки-палки, тут еще. Так, кружку какую-то добыли. И еще один у нас с тобой загадочный пак. Так, смотрим. Громобой, шипорез, шепот смерти. И куча ресурсов опять. Ну что же, я доволен, друзья мои. Я, если честно, очень доволен. Забираем здесь 30 якнога. Так, что-то вот тут. Ага, еще 50 якнога. Найс. Слушай, а помнишь нам, когда мы с тобой подписывались, говорили, что мы будем получать каждодневно сколько-то там рун? Где это событие? Я не могу понять. Никаких рун я не... Один раз только мне дали, и все. Там было написано до 250 рун ежедневно. Что-то я не вижу вот этого вот ежедневно.
Обманули, походу, да, гаденыши? Так, что ты сидишь, балдеешь? Ну-ка, быстро за рыбой. Сидит, прохлаждается. Я знаю, что у нас рыбы очень много, но тем не менее. Кстати, мы же сейчас можем с тобой прокачивать практически любого. Так, это кто у нас? Ветрокрыл, ну-ка, вернись. Давай-ка уровень тебе подкачаем. Жалко, академка занята. Пускай он лучше летит за бревнами. Рыба у нас вот вообще, ребят, перебор. Так, а сколько тебе нужно? Так, тебе нужно на прокачку идти. Остальным все на прокачку, ребята. Так, зайдем с тобой тогда в ангар. Тут прокачка, тут прокачка, тут прокачка. Они все готовы, ребят, идти на прокачку. Но для этого нам нужны бревна. То есть за рыбу никто не хочет апаться. Хорошо, только лишь кто у нас? Вот этот вот. Готов. Остальные все ждут. Ну, то есть, делай выводы. С рыбой у нас вообще с тобой проблем никаких нет. А вот с древесиной у нас, знаешь, то древесина в дефиците, то рыба. А ты что там сидишь? Быстро за работу? Ты тоже быстренько. Так, ну что, отправляемся тогда с тобой построить. Блин, лучше бы, я тебе говорю, было бы у нас с тобой столько бревен, чем рыбы. На арену мы идем, короче. Поехали. Так, команду я пока не буду менять. Но это пока. Я думаю, почему у меня нету креветок? Почему у меня нету того дракона? Потому что без зубика нужно качать как минимум до 52 уровня. Этим мы с тобой и займемся в ближайшее время. Так, окей. Ну что ты там? Ага, здесь уже 12 уровень, как ты видишь. 12 уровень у вражин. Так, душителя сейчас задушим, надеюсь. Если он пакость не сделает. Нет, пока все нормули. Ну что ты там выпендриваешься? Понятно. Так, змеевик ходит. Все-таки сардельку, да, хочет бомбануть. А мы тогда вот так сделаем. Так, и поможем уничтожить его друга. Красава. Продолжаем бомбить. Так, что там? Ух. Вот это да, вот это было. Молодец, красавец просто. Своего же взял и уничтожил. Ну что ты там? Еще что ли супер удар? А ты не припухли? Офигеть. Ладно, Барсик, ушатаешь его, я верю в тебе. Слабак. Добиваем. Вот так вот, будет знать свое место, да, ребят? А здесь у нас с тобой вот какие противнички. Душитель. Так, штормарь, куда ты? Сразу прыгает. Слушай, я думаю, душителя нужно бомбануть в первую очередь. Потом, конечно, надо будет костолома выводить из строя. Смотри, что делать. Еще и усилил себе атаку, а, паршивица такие. Все, я понял. Кого нам нужно защищать с тобой? Это сардельку. Иначе они сейчас, смотри, все будут его бомбить. Нет. Как ни странно, этот все-таки на кривоклыка. На... Опять, смотри. Все, походу, потеряли мы с тобой сардельку. Они ее сейчас ушатают. Угу. Подлецы. Тогда мы вот так сделаем с тобой. Бомби своего дружка. Ну. Ох, как он вжарил ему сейчас. Блин, то, что тут пониженная атака, это плохо. Это, ребята, плохо. Так. Добьет, да, ведь? Отлично. Ну, а теперь мы. Твою налево. Слушай-ка, нам не надо, ребята, никаких приключений, потому что я смотрю, у него суперудар тут готовится. И он 100% его, наверное, реализует. Если, конечно, успеет. Окей. Ну и что ты там думаешь? Молодец. Красавчик. Так, вешаем. Слепоту, конечно же. Я не хочу подставляться. Изи. Ну а здесь у нас с тобой два фиолетовых и один красный. Начнем, наверное, с красного. Тем более уровень 13. Ну что ты там делаешь?
Понятно. Не стал почему-то атаковать сардельку. Странно. Тут они, видимо, решили мне самый большой уровень забомбить, да? Ну, что ты там думаешь? Ага. Отравление врубил. Слушай, вы зачастили, что там ходить-то, эй. Уничтожат, мне кажется, сейчас моего барсика. Ну-ка. Так, сейчас. Все, ему крышка. Ну, мы с тобой расстраиваться не будем. Мы сейчас знаем, как нам отыграть. Кто у них тут самый сильный-то? Вот это, наверное, да? 13 уровень. Вот так и сделаем. А будем бомбить вот этого. Помогай, парень. Круто. Так, душитель. Хорошо выпендривается. Сейчас сделает массуху, блин. Успел все-таки, а? Да зачем ты его-то трогаешь? Вот этого бомби. Что ты сделал такое? Так, этого отравления, да? Бомбим. Так, кто у нас? Да ё-моё! Слушай, ребят, по-моему, хотя если мы сделаем вот так, может быть, еще и поживем чуть-чуть. Он опять масуху, да? Нет, отражение нас, ребята, очень хорошо выручило. Он будет классно. Обожаю, когда так все происходит. Ну и, как ты видишь, победушка очередная за нами. Ну, а здесь опять же два фиола и краснуха. Я думаю, что надо уничтожать водореза в первую очередь здесь. Так, сейчас змеевик, водорез ходит, потом втроем ходим мы. Или вдвоем. Не знаю, ребят. Сейчас глянем. Так, он все-таки решил, да, сходить? Потом мы. Добить сможем? Блин, да почему? Бесит, что мы не можем добить его, а? Ну, что ты там чудишь? Офигеть, сейчас распишут, по ходу дела, барсика мне. Оу. Нам повезло. А вот теперь мы сделаем вот так. Уклонение, вы... Вы сейчас серьезно, блин, прикинь, мы с тобой промахнулись. Офигеть. Вот чего-чего я не ждал, так это уклонение, ребята. По-моему, нас сейчас тут распетрушат, по ходу дела. Уничтожат, да. Да-да-да. Мне даже здесь не поможет, ребята, мое уклонение. Вот это вот. Или поможет. Давай проверим. Если змеевик мне поможет, вот это хорошо. Ох ты, вот это очень хорошо сейчас было. А вот это плохо. Так, добивай змеевик своего же кореша. Молодец. А вот то, что у него, ребят, накопилось очень много энергии, это плохо. Это означает, что он сейчас по мне звезданет своей суперэнергией, да? И, по-моему, нам кабзда. Твою ж налево, а? Ну, а мы с тобой накопили на первый пак вождя. Давай открывать. Громель, чудовище. Так, престиголов, громорог. Ага, барс и вепри. С паками, конечно, не очень хорошо, ребята, да? Выпадают пока обычные. И это бесит меня. Ну что, погнали за вторым. Так уж и быть, кто у нас тут, друзья, выпадет? Опять два фиола и зелень. Почему-то фиолетовые начали чистить в игре. Что такое? Что случилось, а? И обычно вот душитель везде его начинает втыкать. Жалко, у меня душитель, да, не прокачанный. Так, давай мы, наверное... Блин, что-то какой-то урон ничтожный. Хотя мы красные, должны наносить зеленым удвоенный урон. Оу, хорошо, что ты промахнулся, а? Душитель. Так, кого ты будешь бомбить? Ну, понятно. Так, добьем. Фигушки там. Ты кого собираешься? Вот, значит, как. Добиваем. А здесь, наверное, будем... Давай вот так сделаем. А я тебе говорил, что хотя бы раз за игру у меня обязательно будет вылет. Вот он и произошел. Как же меня это бесит. Три зеленых. Нифига себе, ребят. Три зелени, три защитника, так скажем, у нас будет.
Твою ж налево, и кого тут бомбить? Так, это, по-моему, сарделька. Ну, давай с этого начнем. Это у нас, да, огненный громоль? Или нет? Я не помню. Так, что ты там делаешь? Что ты там собрался? Да отвали ты. Блин, добиваем. Пытаемся, по крайней мере. Ну-ка. Вообще ничтожный урон. Вообще. Неужели Барсик... Твою же налево, что творит, а? Слушай, мне кажется, надо Барсика прикрывать. Не уверен, конечно, но... Отлично. Тут сработало, а здесь кого? Паршивец ты несчастный. Дайте мне добить этого хламона, уже достал он. Давай вот сюда бомби. Молодец. Так, теперь сарделечку. Мне кажется, мы потеряем с тобой сейчас вот этого нашего кривоклыка, потому что это добьет его. О, еще и суператакой. А, вот оно как. Слушай, ну это хорошо. Подожди-ка. Трындец. А потом же он ходит, да? Потом сарделька сходит. А, моя? Слушай, кого он будет бомбить? Ладно, короче, пока сделаем так. Посмотрим, кого он добьет. Опять с разбега. Ну, тогда тут уже все понятно, ребята, что мы делаем. Естественно, ставим отражение. Только вот на кого? На себе, наверное, да? Нет, вот так сделаем. Он должен, по идее, бомбануть. Упс. Как же так-то? Ты пошел против моих планов, парень. Я думал, что он будет атаковать Барсика. Так, если он пошел сюда. Слушай, ну мне кажется, сейчас он будет атаковать сардельку, да? То есть, если я поставлю на сардельку, он будет атаковать Барсика. Если я на Барсика, он будет атаковать сардельку. Поэтому вот так сделаем. Сейчас уничтожит мне кого-то. Нет, он сам себя уничтожил, потому что он начал атаковать именно отражение. Угу. В этом поединке у нас с тобой получается соляночка. То есть, синий, фиолетовый и зеленый. Будем бомбить, наверное, фиолетовых. Твою же дивизию. Здесь вот так. Окей. Так, сарделька, кого там бомбить? Понятно. Дальше мы с тобой продолжаем. Да, ну вот так сделаем. Так, крылатый ужас. Ох, ты что сделал? Ты посмотри. Ты посмотри, что творят. Я, наверное, все-таки на защиту. Потому что он слабый, и они будут атаковать, скорее всего, его. Ошибочка вышла. Блин, роковая ошибочка, по ходу дела. Уничтожит, да? Ну ты жучара все-таки паршивый, а? Ну хотя бы одним меньше стало. Давайте, атакуйте его. Да что ж такое-то, что с вами не так? Молодец, хотя бы ты сделал то, что нужно. Все, ребят. Ну тут все намного проще, ребят. Делаем с вами, естественно, слепоту и уничтожаем сардельку. Она сделать нам абсолютно ничего не сможет. Вот такой тугой, а. Ты посмотри, как мы его с тобой будем бомбить сейчас. Ага, слепота слетела уже. А почему так быстро-то? А ну-ка, на всякий случай. Будет бомбить его. Красава. Помогаем. Бомбим. Так, ну что, добьешь сам себя, парень? Красавчик. Так все и вышло. Ну что, друзья мои, победа. То есть мы с тобой уже победили шестерых драконов. 500 тысяч бревен, офигеть. Блин, вот это вот мне не нравится, что у нас обычные паки выпадали. И нужно еще победить четырех драконов. То есть две схватки нужно еще сделать. Ну-ка посмотрим, кто у нас тут. Солянка. Красный, зеленый и синий. То есть, я думаю, без проблем разберем.
как-то. Тихо, тихо, смотри, как кривоклык у него тоже здесь есть. Нам бы, конечно, штормореза, наверное, да? Заквасить по-быренькому. Сейчас ходит два раза он. Потом сходим с тобой мы. Ага. Добить сможем его? В кратчайший срок. Должны, по идее. Ай-яй-яй, чуть-чуть не добили. Ладно. Сделаем следующее с тобой. Вот так. Потому что он ходит сейчас. И... молодец, красавчик. Кого же ты бомбанешь-то? О, он еще и этого усыпил, прикинь. Давай. Этот пускай пока спит мирным сном. Сейчас этот еще разок, ребята, будет ходить. Наверное, звезданет по своему же. Правда, какая-то атака слабая получилась. Так, ну что, мы, наверное, помогать будем, пока защита пониженная. Вот так вот. Естественно, ребят, как по-другому. Сюда. Блин, подожди, почему? Давай, уничтожай своего кореша. С разбега желательно. Молодец, красавчик. Умница. Ну, а мы просто-напросто с тобой добиваем этого костолома. Проще простого, ребят. Ну что, одного дракона нам осталось с тобой подбить. 30 кубков и сколько там у нас? 500 тысяч рыбы. Последний бой у нас с тобой. Последний на сегодня. А сколько еще их будет впереди, когда дают соляночку тебе? С удовольствием сейчас разнесу их в пух и прах. Блин, вот почему-то меня в последнее время начал напрягать именно вот этот душитель. Что-то нету тут в последнее время, не выпадает эти... драгунов, да? Ты чё, сарделька, ты... Я офигею с твоей меткости, конечно. Просто офигею. Но ничего себе вы тут начали бомбить. Сарделька, походу дела тебе крышка. Обалдеть. Так, я даже не знаю, что сделать-то. Кого-нибудь бомбить, фиг его знает. Давай вот так вот я все-таки сделаю. Переключились, а ты посмотри. Они все переключились, молодец. Так, кто там наш? Ага, наш, конечно, сейчас укусит. Что-то с ними не то, ребят, тут происходит. Душитель, кого будешь бомбить? Бомби сюда. Красавчик. Так, давай попробуем вот так сделать, провернуть. Сейчас он ходит. Кого бомбит? Молодец. Сюда. Красавец. Ну, а здесь, наверное, нам с тобой надо сделать вот так. Бомбим сюда. Этот нам помогает. Надеюсь, своей суператакой. Нет, нифига. Да ну! Трындец, ребята, промашка. Она может быть роковой. Ну что, добить сможем? Не вышло. Но он не попадет. Он не попадет, а мы его добьем. Все, ребята. На сегодня аренка у нас закончилась. Забираем пак вождя и смотрим, что нам из него достанется. Громель, кревет, шторморез, ужасное чудовище и парящий прихвостень. Кстати, можем его, по-моему, прокачать. Плюс громль-защитник. Кривоклык. Вот такой у нас сегодня выпал наборчик. Так, кого же я там хотел? Кто-то вроде бы, ребята... Ага, прихвостень, по-моему. Да ладно, вы серьезно, что ли, блин? Нужен 24 уровень? Офигеть. А тут 51-й. Вот такие, ребята, пироги. И тут 24 уровень. То есть качаться, качаться, еще раз качаться нужно, да? Забираем свои награды, короче, здесь.
Почему я должен приобрести тусклый янтарь у кого-то? Как я у него должен, извини, приобрести? Тусклый янтарь и блестящий янтарь. Так, а чтобы нам улучшить с тобой, да, нам нужно 500 викингов. А улучшение, если я не ошибаюсь, стоит 9 миллионов древесины. Фигня, накопим с вами. Так, что у нас тут? А, рыба. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы с вами на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!